Радула. Ну не в этого. Идите в пещеру, в туннель в этот. Чего он что-то взял кого? Ты как Он же... скрывай с Да, ним. взял. Да я лучше 10 раз прошу, чем мы один раз обосрамся. Мало ли там. Вот же ты, конечно, вряд ли так про это протупил. Сколько этих членов сделано, переделано уже? Ну да, не говори. Я вот всю ДС хочу собраться с силами, ДС-ки все собрать. Но опять же, я в ретрики-то не играю, нахуй мешаем смысл. Ну, для красоты. На арене ебало раскрывать кому-нибудь только если. Играть осколки у пацанов, у которых мечта этот шлем. Ну ладно. Чё, они прям мечтают о шее? Другого персонажа только в рейды водить, а этим ходить где-нибудь осколки. Сейчас оверхитте рейд и стойте тут. Конь стоит, поставь лед. Вот, рыбка стоит. Сейчас каски раскидаем. Кулаки, кресты, там вся хуйня. Че там, на бой всем хватит касок? Что, блядь? Поместье кидает склепы. Метки выносятся в крест. Череп. Сначала в крест, потом в череп. Крест в череп. Поочередно. До конца боя. Поняли? Второй балдай перчатку, пожалуйста. Там кулаки, но накидай кулаки по рейду. Там что-то крикнул кто-то, позабил нахуй. Или что, ты кричишь, да, Брюс? Ты же кричишь, да? Нет. А, не кричишь? Ну тогда кидай кулаки. У нас есть один полбога, я обкричал весь рейд. Тебе это наши поменять надо после притяжки первой, меня надо поменять. И потом по КД. На второй фазе, которая притяжка. Ну да, я скажу, но ты запоминай. Второй раз говорить не буду уже. Санвей, Санвар, Санвар, Санвар. А то есть мне раскол брони делать? Кому? Он просит. По возможности ты в ротации можешь все Сандры ставить. Пикивай, но если есть простой в ротации, типа, ну это не критично. Оксшам готов? Что-то не все готовы, просто начать не можем. О, все, все готовы. Поехали. Ну, типа не первой обязанности. Когда босс притягивает, вы отбегаете. За стаками освобожденки следите внимательно. И на пулы в сумме Эриксона. Чтобы больше времени отбежать от притяжки было, можете подойти в милизону встать. Освобожденкой много, стаков не копим. Можешь подальше от Джек бегать, у нее, по-моему, сплэш есть. С руки сплэш, который. Сейчас притяжка будет, готовьтесь отменять. Бежали от босса быстренько. Бежали от босса. Ебать, кайф. Даже не фризит, прикинь. Когда притягивает. Наверх забежали, стоим наверху, ждем. Надо пристались. Одник спустились вниз. Хантик, Сарвар обязательно спустим. Сейчас белые пятна на полу спрятались от белых пятен за склепами. Вот эти от этих белых пятен на полу надо прятаться за склепами. Прячемся.
Где второй? Справа вон компактный. Склепы надо подбить до 150 тысяч. Каждый склеп. Чтобы у всех склепов было 150 тысяч здоровья. И больше не бить. Без команды не разбивать. О, разбили, разбили, ебать. Рел даун у вас. Разбили, разбили. Засмотрелся, хули, на график. Там, короче, значит, 4 болта падает. Больше не будет. По-моему, так было. Освобожденка не кастил. Не надо было его поднимать, друид. Он все равно маленький, у него ни сета, нихуя нет. Приз, когда тебя притягивает, ты это, жми тучку там, хуйню, и отбегай быстрее от вас, отбежали от вас. Отбежали. И сопрок приз пей, когда на этого босса идешь. Оксшам, вставай. Быстрее. Я прохил. Ну. Ну, тебя нету, да? Тебя понял. Может, его нету вообще в игре? А, он вылетел? Оксшам, ты тут? Да. Не пить. Ну ладно, тогда не надо его убивать, пускай валяется. Наверх поднялись на лестнице. Может, он вылетел, ну, бывает. Метки на первую ступеньку спустились. Грунгильд, спускайся обязательно вниз. Он спустился? Да, он спустился. Угу. Молодец. Спрятались от белых пятен. Ксифар, надо еще этот щит от льда жать. Или выбу там. Хлеба до 150 тысяч подбиваем. Все, разбивайте склепы. Рахенрар, подними, пожалуйста, Максима Файера. Оксшам, на связи или нет? Максима Файера. Шам отреснул, блядь. Азерет, подымай Максима Файера. Пацаны, проснитесь, блядь. Себя приходим, нахуй. Лещей себе нахуярили, давай. Чё за хуйня происходит? Бэр, блядь, не туда. Шам, тебе дали, блядь. Давай, поехали. Шам на месте. Помните, да? Первый склеп в крестик, второй в черепочек. Добежали только от босса по-быстрому, по-быстрому. Ну, съебываем, съебываем, съебываем. Все, дамажим босса. Приготовились. Дипсроуд в крестик. Рейд, возле человека с меткой никто никогда не стоит. Никто никогда, друид там, блядь, не стоит. Подошли, спрятались. Только склеп появился, потом спрятались, нахуй. Разбили оба склепа. Следующий склеп в черепок, нахуй. Санвар в черепок. Рейд в ромбик. Санвар в черепок, а рейд в ромбик. Не вижу черепок на площадке, понятно. Подошли, спрятались. К этому склепу подошли, спрятались. Приготовься меня менять скоро, я скажу, да. Не бить, не бить склеп, не бить склеп, отойти всем от склепа, отойти. Брелкон налево вышел. Встали за центральный склеп, стоим, никакой склеп не разбиваем. Вообще никакой склеп не разбивать, никому. Где ты, Питер? Она не дает притяжку. РДД, босса, бейте, пожалуйста. Танаш, иди меняй меня. Танаш, иди меняй. РДД по боссу, да, играйте. Танаш, не так менять надо. Окс, сам выйди. Разбивайте, окс, центр, вставай. Пошли. Центр, окс, блядь. Спрятались, спрятались. Пидораска на синдре, ебаная, я дал сейф. Побежали от босса быстренько. Следующий склеп налево, разбили все склепы. Сейчас я саки скину, заберу босса. Следующий склеп налево, джамбонита налево вышел. Это наши диски, давай стоять. Блин, куйся, блядь, ну что-нибудь делай. Он нас похоронил. Бомжи ебаные. Ну, блядь, первый раз, что ли? РДД стоят, блядь, бьют метки, нахуй, вместо босса, блядь. Вара, нахуй. Вар, склеп надо ставить в черепок. Это первый момент. Второй момент, нахуй. Действительно, РДД, какого хуя вы АФК стоите бесплатно, когда надо босса дамажить?
Вы скинули стаки, вышли из склепа, подамажили босса. Подошли, опять скинули стаки. Синдра босс конченый на этом сервере. Она притяжку дает, когда ей захочется, нахуй. Не всегда тогда, когда должна. И мы должны быть к этому готовы. Вот раз она должна, дала после четвертого склепа притяжку. Должна после второго. Склепы разбивать только по команде. Раньше времени разбивать их не надо. А где ты, блин, не закадаешь? Неизвестно. Рыбка стоит, кушает. Приветствую. Да нет, он просто это... У него метание в голове было. Он стоял справа, сзади нас. Дерево. Вот здесь вот дерево. Не надо сюда идти. Если нету склепа, значит он еще не реализовался. Вот подойти к человеку с меткой, это... Ну, ненужное действие. К склепу подходить нужно только тогда, когда он уже все стоит, как стенка. До этого времени бежать в сторону человека, который выносит этот склеп, не нужно никому. Торопитесь, тут стаки вешаются раз в 7 секунд. У вас дохуище времени, чтобы добежать потом до этого склепа будет. Встать за него и скинуть стак спокойно. Вы вообще можете не скидывать кастеры эти стаки. Я вам расскажу такую хуйню, что вы весь рейд на второй фазе стоите в рамбе, тупо хуярите босса. И каждый второй склеп, который ставится в центр, он априори вам стаки скинет. Его просто поставят, блять, в ромбик, и все. Он между вами и синдрой будет. Стаки сами у вас скинутся. Вам не нужно двигаться, РДД, вообще. Только на вынос метки вам нужно двигаться. Брунгильд, подъебала, не лезь, дракон. От босса отбегай, когда притягивает. Чек. Пойдемте, запускаем босса. Там орки мы, скорее всего, в пылу битвы забудем, но ляму с Андре останется, не бей ее. Сотка. Ну там, 500 тысяч там, короче. Сейчас притяжка будет готовиться убегать. Чтобы отбежать 100%, встаньте поближе. Бежали. А что ты делаешь? Ну, это просто пиздец. Метки вниз спустились на первую ступеньку. Прятались за склеп. Второй склеп. Ой, второй болт. Третий сейчас. Склепы до 150 подбивать и за белым пятном смотрите. И четвертый по центру. Готовились и разбили все склепы. Все склепы разбили. Вспомянуть, да, там по две осталось, когда. Ладно, перед фазой подымет. Не отходи, пал, никуда. Мы тебя попозже чуть-чуть резь. Ебать, срочно фокану. Вихрь повешай, СС на луну. Бежать. А, пиздец.
Повешу сейчас СС-ку на луну. А, КД, ну или Бралкон, Мэй, как угодно, повешайте на него СС. Винмунник. Наверх поднялись. Метки вниз спустились. Хантер. Ну, вы друг от друга-то разберитесь. О, боже. Прятались. Вы в обнимку прям бегите в следующий раз и все нормально. Все в пятером. Четвертый. Да, давай, раздолби склеп, чтобы мы сдохли. Разбили склеп. Че это? Квинмон, ты тут? Поднимай Ирхенрара. Раз это твои силы поесть. Или как там правильно? Да на шире подойди поближе, пожалуйста. Все, спасибо. 4, 2. Беги, малыш! Бежали. Все, ДД в ромбике, стойте с хилами. Метка в крестик первая, Квинмун. В ромбике РДД с хилами, просто стойте. Двигайтесь. Да? Великий, разбили склеп. Поставь тотем от льда, пожалуйста, Войд. Магия льда. Окшам, ты АФК, да? Я тебя понял. Пизда вам. Повезло. Спрячьте за склеп за этот, ребят. Скиньте стаки. Скиньте стаки. Следующий склеп. Перевести. Пошли, отошли. На ступеньку отошли, мили. Следующий склеп. Это наш. Ты напоминаешь меня, нет? Я сейчас умру. Просто... Да ну нахуй ты чё гонишь, его просто сдуло, ебать. Это извращение ебаное. Скорее всего, стаки не это не скинул вообще ни одного. Ты наш, ты стоял за склепом? Скинул? А, не скинул. А, ну вот, то что это, то что крутилка там замерз, походу он во фрейме босса был, нам не зачитал скидывание стаков. Нет, не склеп далеко, но склеп, когда макроса босса качается, фрейм за первый. Он за первый, что не забежал. Ты наш, ты милик, ты бегаешь за первый склеп, скидываешь стаки вот сюда вот. Потом за второй скидываешь стаки. Потом идешь, меняешь меня. Ты как милик бегаешь, понял, да? Чем могу помочь? Дальше. Что у нас милики? Склеп тогда центр выносится. Что у нас там за команда образованная какая-то стоит? Типа, нахуя вас там 10 человек стоит? Туда должен один человек только выбежать. Нахуй вас там трое? Не нужно. Я тоже хотел сказать. Сейчас за тупые ему минуса будут. Тактику выучили за два пола.
Когда, кстати, она взлетает, да, тоже. Вы в пятером выбегаете на первую ступеньку. То есть вы видите, да, что союзник уже бежит в эту сторону. Беги в другую сторону. Типа вот вы наверху стоите, лестница, блядь. Кидается 5 меток и просто в разные стороны разбегайтесь на первую ступеньку. На лестнице просто метки вот поставили даже. Тут, блядь, для тупых углы есть даже элементарно, когда меток нет. 7 углов, что ли, у лестницы, блядь. Расстояние я ебу стать. 4 угла, но дело не в этом. Просто спуститесь вниз и разбегитесь друг от друга. Не надо втроем, блядь, в одну точку бежать. Это максимально не нужно. Персонально хотел сказать, что можете просто вперед побежать и все. Пофиг. Вперед, да. Главное, блядь, не в союзник. На второй фазе это вообще, я такого не видел нахуй никогда. Вы чё, пацаны? Типа, центр, метка выбегает, вас там никого быть не должно, вообще никого. Вы должны уже на рамбе чилить, стоять, ждать сброс стаков, нахуй, стоять. Чё, все? Да он бафает потихонечку. Вижу, бафает. Я запустил. А что, помогает раскол брони-то это или что? Тебе ДПС поднимает. Так а мне зачем? У меня фулл РП. Ясно. Я понял. Ничем тебя срезает фулл РП. У тебя фулл РП на твой уровень показывает. На 80. На 83 у тебя надо больше. Для этого и придумал. Жаль, арбуз. Пусть лежит, не надо, не трогайте. Он побегает непонятно как, непонятно куда, он не понимает. Маленький еще. Вниз спустились. От белых пятен прячемся. Склепы до 150. От белых пятен прячемся. От белого пятна. Оно одно. Прячемся от пятен. Инду по возможности маги бафнить. Там просит человек. Слень. Справа склеп жирный разбейте. И все склепы разбивайте. Уже можно. Мы трепещем уже третий какой-то раз, четвертый. Притяжка будет готовить. Беги, малыш, убежали от нас. Наверх. Метки вниз спускайтесь. Хайпасик, Дипс Роуд. Обязательно спускайтесь вниз. Спрятались от белых. Хайпасик, блядь. Да я хуй знает. Вижу, хэ. Будет хайпасик. Хайпасик. Это как кетчуп, что ли? Хайнс, но спрятались от белого пятна. Олень, ты там что делаешь? На олене кто там бегает?
это друид, наверное. Все, разбили все склепы. Кто это? Я ты зарядился мощью, Оджик. Пожалуйста, давайте убьем. Нет, мы подумаем над твоим предложением. Убежали от босс. Маг, блин. Не, не жму. Ты не вылетел? Тебе БР можно дать? Или не можно? Мы же дали вроде. А, ну да, ему уебали уже БР. Даже не спросили, нихуя нахуй надо. Метка в печеньку готовит, солонидок в печеньку. Ты на шаре ты так и скидываешь. Следующий склеп и звездочку. Брюс. Пал, жми мастера Оратель, да? Да решили рано, не подходи. Все, иди скидывай стаки. Рейд, скидывайте все стаки. Не бить склеп этот, не бить склеп этот, не нужно его бить. Это шли, кого притянуло, быстренько. Это на шире, после того, как ударит, пойдешь меня. Ударила, иди меня. Это на шире, блять, выноси, я стою. И левый склеп весь рейд. Здесь, как только он реализуется, хорошо. Рейд свичнитесь быстренько у него. И сразу иди меня. Меня это на шире только таунтить тогда, когда в меня встаешь, а не когда. Ну ты понял, да? Вот, в меня встал и дал таунт. Молодец. Хайпасик, выйди в центр. Отойдите от звездочки. Молодец. А, блин. За другой встаньте. За правую встаньте. Разбить его. Разбить его. Полин опять как умер. Следующий налево. Квинмон налево. Я забрал. Иди скидывай стаки-то наш. Зерет, подними. Это хайпасика, наверное. У него аура от льда. Это наш в центр. Это наш в центр. Левый склеп разбили. Вы без команды как-то склепы хуярите. Я... А. Спрячьтесь. Это все нравится. Опните, не бейте, блядь. Отошли. Нихуя не понял. Отошли. Ну и все, добивайте. Дайте Геру, добивайте, пробуйте. Пробуйте добить, меня не должно сложить. Там квесты кто-то, блядь, заряжает. Вы не убьете его так. Заряжает. Я вам серьезно говорю, вы не убьете сейчас, если вы будете квесты дальше стоять заряжать. Сейчас вайп, если заново начинаете. Молодцы, зарядили квест. Сделали? Ой, блядь, бомжи. Что-то сегодня концентрация скилла как-то очень низко упала. Ну, Синдра сдвинулась, он его жопой откинула нахуй. Жопа откинула пацана и все. А этих я даже не обращаю внимания, те, кто там умирает, лакан смысл. Вара, а вы тоже все даете раскол брони, да? Фурик только может давать. У тебя в ротации есть дыры, потому что ты успеешь дать, а в Армсе ты не успеваешь. Ну, в Т4 точно не успеваешь. Рыбка стоит кушать. На будущее, как бы, тот же Сандер, он тебе ДПС повышает. После бурста 5 на стаков, как смог, потом просто поддерживаешь 5 стаков, все. Ну, ты говоришь, Сандер, это раскол брони, да? Ага.
Это вообще на всех боссах, да? Ну, желательно, типа, да. Ты сам себе ДПС поднимешь. Ты наши, когда меня идешь, подходишь к боссу. То есть вот я стою, например, ромбик. Ты подходишь, в меня встаешь, ну, чуть ближе можешь вот так. И таунишь. И держишь. То есть, если ты ее там затаунишь где-нибудь с другого места, нахуй, она сдвигается, потом люди, которые выносят метку в центр, она их хвостом откидывает. Ну, как вот сейчас было. Тематически неубиваемо. За такие крики Алиса можно и сотку снять. И этот Туя Свинка, ты в Дискорде, друид? Или как правильно читается, я не понимаю. Не давай БР, пожалуйста, без команды. Тебе скажут, попросят. Все, спасибо. И не умирай, пожалуйста. Хантер, ты тут? Хантер? Нет, у нас 24 Одиссе. Всё там, ладно, точно. Это не он зашёл. Чё я каски не могу? А, вон, могу друидом, да, каски. И роги ещё каски, всё. Хотя она долго летит, у меня банка закончилась. Сука. Будет через час приедет как раз, так что нормально. Слот под нее. Сейчас притяжка будет, как ты все гонять. Наверх. Все живы, нормально. Кивнис. Нет, кивнис. Спрятались от белого пятна. Склеп до 150. Спрятались от белого пятна. Спрятались. РДД в черепочек. Разбили все склепы. И по боссу потом. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Притяжка будет. Готовьтесь отбегать. Спишь там, что ли, что ли? Спишь там, что ли? Ну нахуй. Сижу на сиги смотрю, хочу покурить с хрень, пиздец. А, наверх поняли? Меточки вниз спустились.
прячем 55. Слеп вино. Слева близко. Что такое? Ну да, склеп поймал, это минус сотка. Ой, склеп болт поймал. Ну крутилка по КД ловит, хуй на него. Приготовились. Разбили все склепы. Все склепы разбили. Ну, типа, надо спрашивать людей столько, сколько они могут играть там на свой скилл. Типа, крутилка не может играть, ты можешь. Вот и вся беда. Не забывайте прожимки отдавать своим на урон, который... А если крутилка не видно справа, склеп стой в центре, значит не бей склеп и просто стой и смотри. Сейчас притяжка будет, а тут все, блин. После притяжки фаза будет, которая беги, малышка, беги. Любимая наша фаза. Первый склеп в печеньку. РТД уже можете в рангбеке стоять. На первой ступеньке. Ну, ниже первой ступеньки. Типа. Не обязательно прям впритык. Просто... Ступенька, ты вышел? Вижу, вышел. Дамажим. Милики склеп дамажит, РТД босса дамажит. Дамаж скидывает стаки. Вихрь в центр выходит. Дай мастера ура тогда по ладу. О, это как, как? Как, блин, блин. Следующий склеп поставим в центр, давайте. Если выживем. Отбежали от босса, я дам сейф. Войнедок поставишь в центр? Не поставишь, да? Заморозишь, блин. Давайте еще раз. У меня пошла нож. Блять, а вихрь у тебя стака был или как ты умер? Я типа дал ему то четвертый щит, я дал ему обычный щит. Как ты нахуй сдох? Ну вот шотнуло просто, блядь. Я видел. Фул хп было. Почему так? Потому что, блядь, сапрот надо выпить нахуй. У него есть сапрот, а чё за хуйня? Как? Сколько на тебе было? А, да вон по нему ответка прилетела, вон. У тебя стаки были, вихрь. Дядь, вот 17 косарей залетела ответка, потом 0,3 секунды и склеп поставился. Вот мои щиты и хуй. Понятно, сейчас тебе ебанем. Тебе, наверное, по-божески. Сразу 1002 ему срежьте, но... Ну вот я за... Да вы не бейте, освобожденка вообще просто, ну нахуй вы это делаете. Освобожденку 6 же, да, стакать? Правильно? 0. 6, блядь. Обморожение можно. Там 5, 6. А, обморожение, да. Блядь, мы уже должны были закончить просто. Это уже хуёво, хуйней воняется. Быстрее надо. Соберитесь. Это на удар 17-100, вихрь. Прилетел. 17-100, серьезно. Так видно? Вот 17.1к. Ну. И склеп еще 23.1 добавил, и ты сдох. Без чести и достоинства. Фраза РДД по боссу уже относится к тем, кто, блядь, без стаков, нахуй. Ну, типа. Нахуй вы. Я не удивлюсь, если сейчас я те пулы открою, и там такая же хуйня, кто в центре умирал. Вот так же было, да, фул хоп умирали они. Это, кстати, самая долгая синдра за всю историю нашу. Я тебе говорю, стой, где удобно. Где ты видишь, склепы из тебя там разобьют. Этот тип, встань, тело. А то ты далеко лежишь. Да кого хуёвые 6 хилов и типа ваншот не выхиливается.
Я понял. Время для ДЦ. Полчаса у тебя еще должно быть ровно. Куда идти? Уходи прямо сейчас, Рога, с рейда. Или ты пьешь, Рога, быстрее бьешь или идешь? Говори, да? Нет? Быстрее. Бьешь, все, тогда я запускаю босс. Все же готовы? У нас еще нет. Еще что-то кому-то нужно. Все готовы, поехали. Хай. Действительно, зачем мы сюда явились? Нана. Брюс, да? Ага. Ну, блядь, он же набрал агр уже, да. Блядь, ты ж разы же не срывал нихуя, она. На тебе нахуй. Следующий будет сладко. Ну нет, типа заслуженно, я не спорю. Ну, блядь, в прошлый раз все спокойно было, я ни разу не сорвал. Я считай, въехал, дал мортал, блядь. Потом только уже прожал всю хуйню и быша отдал. А, у нас же пол без фанта, точно. Каждый слаг минус осколок. Ты там тише, нахуй. Типа это каждый слаг тех, кто в очереди на осколке, да, меняет очередность, да? Следующего по очереди дает. В таблице падаешь, типа. Да нет, странно же, блядь. Что привело тебя сюда? Бля, я так на рыбе разорюсь, нахуй. Сейчас я логнусь, хилбот включу. А прошлый трайхант был вообще, нет? Не. Ну и не сагнул, не переагрелся же он так, нахуй, синдрам. Ну, тебя кританула, видать. Да нет, смотри, типа, же без ротации, ну, не по ротации въехал. ДКП просто дохуя скопилось, типа. Ну, типа, пора убавлять, блядь. Ясно. Чё там, вар, осирет. Не, мирет. Сейчас тебе пишу. В чате, Зерет, в чате. Зерет, ты бы добежал уже. Жижа. Бать, вы нытики, нахуй. Три раза четыре вайпнулись, блядь. Как с вами идти, нахуй, боссов осваивать, если вы изнылись, блядь, на синдре, нахуй, обычка, нахуй. Это пиздец, блядь. Просто можете, я не знаю, там. Ну да, видимо, нахуй. Пацаны, блять, не траили лича, блять, по 150 пулов, нахуй, не делали, нахуй. Никогда.
никогда у них попытки, наверное, не заканчивались. Просто не знаю, что это. Алло. Да. Ну так, да. Здорово. Тебя слышно, здорово. Зажи перебили, блядь, человека. Блин, ты как не вовремя, да я занят сейчас прям. Ладно, не будем слушать, я мотанул. Он очень занят. Очень занят, поехали. Я тут склепы в мили морожу. Позвони попозже. С вами занимаюсь, важный. Поехали. А Рога напуливает, не? Я не вижу сейчас напули. Потому что у меня агр, бля, ебать, растет. Нет, то есть Рога пулит, а Рога напуливает. Нет, это понятно, просто у меня дом слетел. Поэтому я говорю, что не вижу. Сейчас притяжка будет, готовьтесь отбегать. Еще один минус того ебаного колбанца, который слетает. Ну шо, получилось, лазерет. Смотри, сука, если б не щит отлетело бы, чё это табло? А, не было щита. Метки вниз спустились. Брангель, ты вниз спустись обязательно. Крис. Молодец. Прятались от белых пятен. Прятались. Там справа склеп, надо чуть подбить. И вот это тоже можно чуть подбить. Не в ущерб, конечно, выживаемости. Все, разбили все склепы. Ну, я говорю, не в ущерб выживаемости, склепы подбиваете. То есть вы сначала, блядь, когда к склепу к следующему подбегаете, вы займите такую позицию, чтобы вас не убило. В том же домашнем. Освобожденкой не кастим. За вас остальные люди тут будут кастить и всю хуйню эту делать. Сейчас притяжка будет, готовьтесь отбегать. Бежали. Чувствую. Наверх поднимайтесь. Вниз метки спуститесь, то на шик. Ой, да, дайте подвиньтесь. Несрочно. Прятались. Брус, спрячься. Да. Лондок, внимательно. Уту. Лондок, повнимательней. Не разбивать склепы не надо. Разбили склепы. Он что, завис, что ли? Что? Все. Сова, блядь. Да и тотем, нахуй, пятый, блядь. Чей, блядь, бед? Покажите. Лишь бы не глыба там в нем упал. Давай, отойдем, мы же увидим. Не, ну когда притяжка будет, типа на него может. А он сейчас сдохнет, не химите его, просто сейчас умрет. Скоро будет притяжка, кого притянет, сразу вбегайте быстренько и... Готовьтесь к файле. Не взрывайте, блядь, ставьте освобожденку с вами, вбегайте.
Беру из хлеба в печеньку. Здорово. Здорово. Я похилю, пожалуйста. Че у нас? Винмун выходит. Далеко от этого, блядь. Подняли, блядь. Подняли, блядь. Отлично. Милик, разбили склеп. Следующий склеп в центр. Готовимся. Паладин. Готовимся. Давай, мастера, паладин. Маг. Пониже, центр, бандитов. Сука, и жми щит от льда, маг. Прятались, рейд. Кидываем стаки. А наши как скинешь? Жаль, попросил. Она полетела. А наши, иди меня. Следующий склеп налево, друль налево. Рест. Дайте Геру. Великий, разбейте склеп. Что-то наше я забрал. Иди. Мейка в центр становится. Это. Орки, не забудь стопнуть урон под конец боя. Когда останется чуть-чуть. Киньте стаки. РДД по боссу играйте, не надо вам в склеп играть. Милики в склеп играют. По наши налево выходи. После того, как тебя разобьют, то наши, пойдешь, меня поменяешь. Милики, разбейте левый склеп. Следующий склеп в центр. Ох, ебать, спок, спок. Вот они. Наши иди мне. Джабанита, в звездочку иди. Центр. Центр, блядь. Уже кто-то ругается. Спрятался. Спрятались, спрятались. К ему что-то налево в свое время. О, притянуло. Нет. И отошли в рандок отошли. Склеп нельзя бить. Все, с центра разбили склеп. Центр разбили. Следующий склеп налево выходит. Что, пустим уже, наверное? Да, да, добивайте вас. Склеп или нет? Сука, на X4 там... не пускает, блядь. Вы стакать-то будете, вы можете босса, блядь, добить? Такеры, лютые. Просто босса добейте, нахуй ваши стаки не нужны, ваш квест тоже абсолютно не нужен. Число. Оркс, помнишь, а да? Я... Не бей. Всей семьей нахуй кастят эту хуйню. За 750 АД, блять, продадут все нахуй. И время не жалко никому. Ой, за что, талисман? Я бы, блять, я бы даже шею агильную не положил бы вот за эту синдру. Кусок говна бы лежал внутри. Да, там такой старый корище. Да-да-да. Этот, убейте и друга. Крутильщики. Бля, походу не этот. На X4 не пускает, хотел хотя бы на лича зайти. Почему? Кто-нибудь сталкивался с такой херней? На X2 заходит, на X5 заходит, на X4. Тебя забанили, да? Тебя забанили, ну, парень. Соединение с сервером разорвано. Слишком силен для этого сервера. Пусти, че? Да я не играл неделю, за что там меня банит? Кэш почисти, обновись, перезапусти, я не знаю, что они... Я уже проверил кэш и херню. Так... Что там, кэш удалить? Да, папочку. Да, я токи на буду Т4 и вот эти печеньки. Хорошо, я понял. Че, сразу берите, кто рейд осквернением зальет нахуй. Я второй буду. Карга, пойдешь с нами на лича? Да я пытаюсь зайти, я же говорю, я и с этим настроем захожу, а меня не пускает, падла. Сейчас 2 минуты. Чего у тебя не, с голосом? Да я болею с похмелья, вообще ужас, я мертвый сегодня. Еще и доставки 2 было там. Тонну нахуй на 5-й этаж загрузили, блядь. Ужас. День вообще ля путана. Так, что еще Вовке удалить можно? Чтобы меня пустило. Мара. Пусть они умрут. Мейка, не вписывайся только за них. Я понимаю, братки, но не вписывайся. Что там, Ерорс удалить еще? Валик, не бейте никто. Сейчас они пускай сдохнут, нахуй. Отвернитесь. Так, комбат поймал. Ну, потому что тут 3 героя, нахуй, на Вальку напали. Думают, их кто-то поддержит, знаешь. А их никто не будет поддерживать. Ну-ка.
Там один типа заслакал, второй вписался, ну третий там просто мимо шел, пизды получил, блядь, я пизду. Даже альтернативные источники подключения, типа как сервер этот выбираешь, а стандартная точка входа, там альтернативы и так далее, вообще не пускает. Установка связи висит. Все, Казахстан заблочили, пизда, 80, не повезло. Слушайте, вот это вот. Получается это, не получится, не получится. Представьте шкаф, пацаны, надо это досумонить тех, кто еще внизу. И... закончить. Мы сегодня только 25-ку, да, бегали? Или еще что-то было? Нет. А я уже в конце рейда дам ДКП за остатки. Ну-ка, понгажи. Я 400 давал уже, и еще за остатки потом после короля дам. Тут-то я не могу засумонить. Рога все, да? Уволился, походу. О! Хуй. Ванедок. Уволился, походу. Я запускаю босс. А че, может, этот ИДД мы стану на шире потанчим или нахуй? Да, пожалуйста. Сейчас ты посмотришь, как это работает. Ну, нет, в смысле, да мы же там десятки со мной танчим. Нормально. Ну, еще не совсем автономно, но нормально. Да лич хуйня делал уже. Ну да. Сандра тоже хуйня делал. Я тут рыбка стояла. Вот. Пачку роботов, нахуй. Как проверить, в бане я или нет? Что там, в личный кабинет надо зайти? Да. Мне кажется, они бы написали, типа там, а вот он. Просто что-то с твоим путем там. Там тебе бы написали, что тебя забанило, если бы забанило. Ну, ладно. Ты можешь роутер просто перезагрузить. Да, кстати. Здесь все. Это, Полик, обнови кулачок, пожалуйста, под рулем. У меня осталось 3 минуты. Так, я сейчас стану попробовать перезапустить роутер. Рейд в кучку, и все встаньте. Все. Весь рейд в кучку. Абсолютно. В одну точку, в мелизону весь рейд встань. Весь рейд абсолютно в одну точку, в мелизону. Все. Абсолютно. Каждый игрок встаньте в одну кучку. Все, молодцы. Там на шире собери шаркари, ага. Разворачивай. Разворачивай. Иди к нему спокойно, что побежим. Ну давай, ладно. Короче, если типа танк тупой, ну то есть лича танчит, ты ждешь, пока шаркаль дунет, и подводишь его и разворачиваешь. Да, если вы далеко стоите от лича трэша, у вас хуй вроде спелят. Ну да, и чума по рейну будет скакать, поэтому я игру встать все в кучу. А ты-то на шире наоборот не отходишь, хорош ходить. Трибут. Да. Вы упадете, я как. Второго шаркаря забирай. Второго шаркаря. Понял. Все, я остановил агросы. Орки. Все. Забирай шаркаря и уводи их, утаскивай. И второго с меня забери. Забирай с меня шаркаря. Ага, хорошо. Спину бейте, духов. К лицу не надо. Эджик, а чё, микрофон? Там еще редиспел. Всё. Я просто с компьютера. Полепал диспель с меня сало? Ага, спасибо. Духов спину бьет. Там даже думать
успел. Так сейчас плеча убьем, донишь, что-то подожди маленько. Да не, вы упадете. Спину убьем, дух. Зашли на площадку. И короля спину. Никому валик замедлять, пиздец, раз. Тотем, ставьте шаманы окошко. Два декавочка, да. Дай, камон. Просто оков замедлить достаточно. Осквернение. Сбежались. Отошли от меня все. Черепа отошли все. Идеально. Будут вальки с этим, со сквернением одновременно, поэтому по черному кругу РДД подрассоситесь. А Геру потом, да? Да, можно Геру дать, милики, готовьтесь, выносите сквернение, готовьтесь весь рейд, все, разбежались, отошли от вихря, вихрь выпрыгнул, раз, два, вышли со сквернения, все, милики, РДД в ромбик играют, милики в другую печеньку. Ромбик разбейте, трусы не надо разбивать. Выбрали сразу сквернение только. А, ты даже... Чё хотел? Хотел сказать, чтобы вы разбежались, РДДшки. Милики, готовьтесь, пока вам надо. Вот теперь милики тоже можете разбежаться. Это сквернение. Отошли от Хайнс... Отпал, отошли. Всё, и под босс. Все под босс. Все. Клюк. Под жопку. Спецы вальки. Разобьем их и переведем. Я дам гнев небес. Я дал гнев небес. Я лича за там взял нечаянно смог. 6,5. 6 таунт, 5, блять. Ну ты понял. Гнев. Второй раз уже там. Со сквернения разбежались. Отошли от Максим Файера, от мага отошли все. Ушли от мага. Когда черепочек выносит осквернение, вы сразу от него отбегаете, еще до того, как лужа появилась. Становитесь на носик, аккуратненько на носик становитесь. Зашли на площадку. Духов в спину бьем, в лицо не надо. Сайджик теперь тоже стример, да? Да я так... По фану, да? Ну, качество хорошее. Это максимально возможно. 720 там. Ну. Фергабус, то не аккаунт на этой споре. Каким образом? Ну, ты донатишь на аккаунт, ну, в смысле, на сервер дискордный, и это. Мы можем стримить в большом разрешении. Угу, сколько стоит? Ну, ты можешь нажать, там сверху есть кнопочка Boosty. От сервера. Написано, не знаю, сколько стоит. И спок потом бустит мне 50 осколков, да? Ты чё, меня там стоит, вообще. Сферы убейте, кастеры. Сферы, заходим на краешек. И сферы, кастеры. Ну нахуя ты, сову, врываешься-то так? Батя Зерет, ты вообще там... Повезло. Там еще санвар чарнулся. Я смотрю, Оркс отжига делает, да? Угу. Да, смотришь, вот сюда надо смотреть. Но я в левый угол. Сбей каст, пожалуйста, ты в шаре. Здесь осквернение. Вот, лишь 11 место. Пошли от ДК. И под босса за спину вставим. Чё ты ему там показываешь, слышишь? 11 место ДПС у себя. Это ты в танке, да? А, нет, это ретрик у тебя сейчас. Понял. Нормально так-то. Решил это. Немножко разнообразия в своей жизни, да? Я завис опять, блядь. Нет, осквернение будет ретрик. Но стану шире подрос, получается. Не, осквернение. Значит, если будет осквернение на брюсе, готовь мне его диван, нахуй. У меня зависает не в тему местами. Повезло, блядь. Сервер как шалит что-то сегодня.
паду. Босс, остановитесь. И это ты с агропечатью дохуяришь там? Нет. А ты второй по это по агру. А, там. Ты же там, блять, точно. Скверни не разбежались. Брюс, ты отвис? Да, да. Вот опять завис, но не на мне было. Почти у нас тут медведь получается. Бегите, рейд. Вы че охреневшие такие падать не собираетесь? Я надеялся на вайп. Ой, мы на вайпались, нам хватит. На вайпались, но я смотрю, надолго что-то ходили, получается. Там я с работы пришел, успел. 5 голов, блин, 6, ну там пиздец был вообще. О. Все, сдохли, да? Че? Угу. А че трай? А кого именно умирали на Сендре? Короче, кому ничего не надо, сейчас я ДКП дам и можете уходить. Кому нужен лут, подождите, пока это закончится. А Фалинраж заберу и домой, да. А что у нас, Бетти забрал лук, да, или его сейчас нету? У нас нету его. А так у него лук был же вроде, он следит. Схема у него, следи. Ништяк, можно, короче, это... Хранить смело, да? ТТГ 25, Сэджуха, может, завтра. Перед РТшкой? Давай, давай. То вихрев падло, что-то просто... Надо это. Я ДКП дал. Вы... Кого завтра? Кого? Ваш завтра не будет. Ну ты ТТГ без нас спросишь, мы там нахер не нужны. Кого не будет? Войт еще поможет тебе, он завтра по своими залетит тоже. Нету два топ-дамагера, нет. А у нас что, завтра вообще ничего не будет, что ли? Меня же нет тоже. Завтра нет. Я же со споком буду. Ах, вы ж вонючий. Видишь, нет топ-дамагера не будет, видишь? Ага. Потенциального, да? Ля. Неизвестно, придет ли... Да и не хватит. Войда точно не будет, а Квинмуна с Кшамом не хватит. А еще три пуга хила, это смысл вообще. Ну что, не давай изишное соберем. В Зашку своди бомжей каких-то. Не буду обещать ничего. Может, какую-нибудь десятку соберу, но буду обещать не буду. Я уже говорил. Давай, сука. Ну-ка, что там упало? Ё-моё! Это... Опа, зов. Я б, не знаю, можно забрать. Это нормально. Че, осколка не было? Осколков сколько нападло? Четыре штуки. Два зова, прикинь, сразу. На рогу, нахуй. А дипс-роута нету. Да, его дрогнул. Что-то мне